Как стало известно, Анастасия Заворотнюк недавно покинула клинику в Барвихе и вернулась домой. Стало известно, сколько супруг актрисы заплатил за ее лечение. Рак не пощадил Анастасию Заворотнюк. Из-за операций и сеансов терапии актриса отекла и поправилась. При этом стали выпадать волосы. Однако врачи говорят, что она может восстановиться и вернуться к прежней жизни. Фактически не отходит от звезды любящий муж Петр Чернышов. Фигурист заботится о супруге и не жалеет денег на нее. Оказывается, Петру пришлось продать квартиру в Ялте, чтобы оплатить услуги специалистов. Лечение обошлось в 12 миллионов рублей, два из которых были потрачены на клинику в Барвихе. Большую часть средств спортсмен заработал самостоятельно. Заворотнюк не требует теперь круглосуточного наблюдения врачей, она сама передвигается и ясно мыслит. Сейчас прекрасной няне нужно избегать инфекций, иммунитет очень ослаблен. Сколько еще должно пройти времени, чтобы Анастасия смогла вести полноценную жизнь, неизвестно. Родные, близкие поклонники молятся за актрису каждый день, и мы в том числе. Желаем ей скорейшего выздоровления.